Начало учебного года обнажило нехватку городских школ. В переполненных учебных заведениях Шымкента школьники вынуждены заниматься в три смены. Учеников 23-й школы перевели в 20-ю, говорят, что на время ремонта. Если на такое положение дел многие родители просто закрыли глаза, мол, другого выбора нет, то с отсутствием элементарных условий пребывания детей в школе мамы и папы мириться не собираются. В 20-й школе на первом этаже всего два туалета. В этой школе было порядка там 1600 детей, порядка 800 детей пришло из 23-й школы. Причем я знаю, что настроение такое вот со стороны и 23-й школы недовольны родители тем, что их дети должны переходить через 2-3 дороги. Они живут там рядом с 23-й школой, и теперь дети ходят далеко, опять-таки начальная школа, родители выражают недовольство. А наши родители, вот мы, да, мы, конечно, выражаем недовольство тем, что у детей нет никаких условий, скученность большая, огромная. Потом мне вот интересно, вы в класс заходили или нет? Я вот зашла в класс на первом этаже сейчас и посмотрела, там... Те парты, которые стояли вот в прошлом году, в каждый ряд доставлены две парты. Вы можете себе представить? В санэпидемстанции лишь разводят руками. Туалеты в 20-й школе рассчитаны только на 1000 учеников, но не как на 1600. Девочки, на 20 девочек один унитаз. Вот так считается мальчиком, на 30 мальчиков один унитаз. В школе не хватает не только санузлов. С первых дней сентября некоторых преподавателей отправили на курсы английского языка. Так в школе отсутствует учитель химии. К нам перевели учеников 23-й школы. Пока учимся так. Да, классы загружены, но мы стараемся создать все условия. Что касается учителя химии, он пока в отъезде, и мы ищем другого. Жалуются на загруженность учебного заведения и родители учеников 47-й школы. Бабушка первоклассника говорит, что боится, что на ее внука-учителя начнут оказывать давление, а потому просит не показывать лицо. Две недели у них во всех группах по 40, по 42, по 45 человек. Вот почему? Родители возмущаются, они не говорят, они между собой, да? Потому что они говорят, ну, сейчас же система компьютерная регистрация, значит, половина детей не отсюда. Значит, по разным методам они угодно для этого директора, они взяли детей. Официально школ с трехсменным обучением в Шымкенте 8. В городском отделе образования обещают ликвидировать трехсменку только в ближайшие 2 года. Проблему трехсменного обучения можно решить за счет размещения госзаказа в частных школах. Такого мнения придерживается в Министерстве образования и науки. Свою позицию профильные чиновники довели до депутатов. Однако на практике в регионах этот вопрос решают иначе. Коридоры, фойе и лаборатории в школах переформатируют под учебные классы. И это задача номер один. Про то, что при таком количестве учеников должно быть не только больше классов, но и туалетов, речи даже не идет. Шудин Саидов, Талхат Абдинабиев, Гани Аскербек. Информационная служба телекомпании «Отрар».